Разве мусульманину, разве... Вот я показываю людям, я говорю, мы пришли сюда засвидетельствовать о Боге, что Христос жил и умер. А я мусульманин. Я говорю, у тебя, наверное, такая книга. Ага, давай, сейчас я... Такая книга? Такая? Да, да, такая. Так у вас тут тоже написано, чтобы душу спасать. У вас тут не написано, чтобы оскорбляли друг друга. Чтобы курили, пили. Ты мне на вопрос ответь. А почему вы считаете Иисуса Богом или Сыном Бога? Да мне, значит, я ни при чем тут, если он второе лицо Троицы Бог. Он говорит, я отец, но Евангелие от Иоанна... Нет, вы ничего не считали. Но нет. Нет, вот если у тебя Коран есть с переводом, почему ты там... Хорошо, скажи, пятая сура, 47-й аят, о чем говорит? О чем говорит? А ну-ка расскажи. Ну, прочитай. Я не спрашиваю. Нам дан Инжил, Евангелие, там написано. И мы по нему поступаем, как написано. Лучше бы не поступали бы по нему. Вы еще не знаете, с кем разговаривать, а уже даете такой категоричный ответ. Я вижу, он знает тебя там книги, там ботаник, наверное. Не знаете. Вот у нас была миссионерская поездка, и мы в Баку, в доме Мулы ночевали. А. Да. Ходили в мечеть молиться. О. А потом, где в Каспийске были, комната для намаза, попросили открыть. И мы туда зашли и молились. Азербайджанцы, они же, как сказать? Они же шииты. Так, что? Они не такие, как мы, мусульмане. Многое у нас расходится, но мы имеем много общего. Одна земля у нас. Одна земля, одно солнце. Они считают себя этими, путниками в этом мире. Поэтому они 3 раза молятся в день, а надо 5 раз. Поэтому... У нас 9 раз. Мы 9 раз в день совершаем намаз. 9 раз, не 5 раз. И после каждой молитвы 100 поклонов. Куда? Да к Богу, куда? Всевышний. А, я думал, вы как даргинцы на Сбербанк поглядитесь. Да нет. Мы вот живем в Барнауле, город Барнаул. У нас очень хорошие отношения со всеми. У них... Лучше бы ты туда в Сирию поехал бы. Там поинтересовался бы, какой там... Слушай, я написал письмо Путину, чтобы меня пропустили в Сирию, к боевикам. Да Путин хуйло, возьми Путина, хуйло. Он находится всюду, во всех концах Вселенной. Он есть дух. И объемное место нигде никогда он не может быть, он всеобъемлющий. Одновременно и на кресте Христос был, в это время в преисподней, и люди его видели. У вас что-то... Скажи, что такое дух? Дух. Несколько значений. Первое – дух. Душа человека называется духом. К духам праведников. Это послание к евреям 12:28. Именно. Если их несколько, значит, нет точного определения этого. Мы должны выбрать какое. Вы, если английский язык знаете, то у них есть слова, которые 20 значений. Одно и то же. Кос. Что такое? I have a cause for your months. Разные слова говорят. Что означает? Не сданный экзамен. Дальше. Маленькая звездочка морского офицера. Это же разные понятия. Вот у нас коса. Коса – это женская коса. Коса. Коса, которая косит. И коса на взморье, куда корабль может сесть на мель. А мы по смыслу уже догадываемся. Вы взрослый человек. А? Вы взрослый человек. Ну да. У вас опыта достаточно, я надеюсь. Давай. Так, у вас вопрос какой-то? Я, может, недопонимаю его как? В чем вопрос-то? Вопрос в том, что вы должны понимать, то, что нет никакого Бога. Самое смешное, что Бога нет. Говорит, утром мы утром только молились, а Бог был, а сегодня нету. Куда он делся-то? Так его никогда и не было. Знаете, Парижская коммуна когда была, но выходит один подобный Вольтеру и говорит, вы мне говорите о людских. Я сейчас скажу. Он говорит, мы сделаем так, что дорогу забудете к Богу, никакого Бога нет. А один крестьянин говорит, скажите, пожалуйста, а звезды вы не закроете? Нет, он говорит, а мы по звездам найдем путь к Богу. Монтень, философ, говорил так, отрицать Бога
что его нету у гроба близкого человека под звездным небом. Может, только явный преступник или явный идиот. У вас выбор-то небольшой. Да, то есть я своих близких подставляю под какие-то... Вы материться будете сейчас, да? То есть, получается, если... Нет, материться будете сейчас, пока разговариваем, нет? Да, конечно, почему бы нет? Это чтобы не ругались. Так слушайте, вот эта книга, с которой мы пришли в этот Содом и Гоморру, неверующие творят. Мы говорим, в этой книге 3000 лет назад, это не два дня, Давид говорит, 13-й псалом, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Причина, они развратились, совершили гнусные преступления, не делающие добро, нет ни одного. Вот и все. Я тоже совершал такие вещи, ничего. А вы знаете неверующих сколько на земле сегодня? 8% это агностики все, но на них падает 99,9% всех преступлений. Давайте еще раз сначала начнем с самого великого, то, что сейчас есть на самом деле в нашей жизни. Хорошо? Ну говорите, вопрос в чем заключается? Послушайте меня внимательно. Я что вам должен ответить на какой-то вопрос? Ну вот, слушайте внимательно тогда. Давай говорите. Вы человек уже взрослый, опытный, сами понимаете. Мы живем с вами во Вселенной. Галактика Млечный Путь, Солнечная система, планета Земля. Люди творят плохие вещи. И человек, который способен что-то сделать в этом мире, в основном не верит ни в Бога, ни в кого-то еще, а верит в себя и верит в людей, в доброту. Себя не это могу. Же очевидные это... вещи. Себя. Ну ладно, дальше не надо. В себя верит. Это вообще, ну что, дурак что ли, человек, как Путин говорит, придурки. Ну в себя верит, то ты сегодня один, завтра другой. Как ты в себя верить-то будешь-то? Ты сам не знаешь, кто. Разговаривать, извините, я надеюсь, вы пропадете. Послушайте, меня, послушайте, вопрос. Я понял. Воистину. Мы пришли сюда, в этот Содом и Гоморру, в эту чат-рулетку, чтобы людям возвестить великую радостную весть, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес, и зовет всех к покаянию. Это больше радостной вести не может быть. Ну, я не знаю, может и может быть. Завтра какой день будет называться? Как? Воскресенье. А почему он так называется? Суббота. Потому что Христос воскрес. Ленин не воскрес, Наполеон не воскрес. Христос воскрес. А какой год сейчас идет? 2019. А от чего первый год начался? От Рождества Иисуса Христа. Да. Ну вот. Меня звать Игнатий Лапкин, город Барнаул. Игнатий это был святой ростовский чудотворец. Наши имена-то все идут оттуда, от Христа. Был такой человек, основатель протестантизма, Мартин Лютер. Он говорил, в мире есть одна книга. Одна, только одна книга, Библия. А книга-хранилище – библиотеки. И одна личность – Христос. Все остальное только к Нему. Какой бы вопрос ни задали, мы обязательно будем ссылаться на Христа и на Библию. Нет. С чем-то не согласны, да? Мы не будем. Да. Вы где живете? Я в Барнауле живу, Алтайский край. А вы где? Я из Санкт-Петербурга. Вот смотрите, мне пришлось выступать перед многими людьми по всему миру ездить. И вот в Новосибирске есть академгородок, дом ученых. И вот вся большая аудитория, там профессора да академики, да ученые люди. Там и лауреаты Нобелевской премии есть. Я выхожу с Библией и говорю за кафедрой. Эта книга отвечает на все вопросы, кроме одного. Можете задавать. Один мужчина встал и говорит, а я не согласен. Я говорю, а если я докажу вам? Три вопроса задавайте, я по Библии вам отвечу. Любые. Политика, экономика, социология. Но только чтобы вы после этого попросили прощения у всего зала. Он говорит, хорошо. Он первый вопрос задает, я говорю, а, глава такая, так, стих такой-то, Исаия, 7 глава, 14 стих. Он снова задает вопрос, я ему на память говорю, а это, говорю, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих.
И он знает, я его цитирую. А вот это вы не ответите. Я говорю, ну задайте. Он задал. Я говорю, это еще проще. Потому что на этот вопрос три места в Библии отвечают. Книга Левит отвечает о пище, где в Новом Завете, 2 Тимофею, я говорю. И он встал, к народу повернулся и говорит, я был неправ, и пошел. Я говорю, а кто он такой? На этот профессор один, говорит, ну у него, говорит, Библия есть, он к баптистам ходит. А, я говорю, понятно, какой запах идет. Библия на все отвечает. Я с нею во свете живу. Вот мне пришлось одновременно вести занятия в 5 университетах. 3 радиопрограммы вести, 13 школ. Всем отделы милиции, воинские счастья, края, заводы и фабрики. И ни одного вопроса не было бы, от которого я бы уклонился. Даже такие, с подковыркой. Это Библия, это откровение Божие. У Библии 3 названия. Священное Писание, Слово Божие, Библия Святая. Говорите. Маленько, отшатнитесь маленько, а то близко к микрофону. Вот так вот. Говорите, пожалуйста. Да, у меня тоже дядя с Библией, но он немножко так. А вы знаете, кто Библию писал? 40 человек в течение 1600 лет. Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Я 57 лет живу с Библией. Дядя, я верю в Бога, но, блин... Одни пиздюки, меня отмудохали и сняли... Только не ругайтесь, ни одного слова, чтобы поганого не сказали. Ладно? Плохие люди, дядьки, взяли меня... Что-то вы так ведете себя, я не пойму, то ли вы больной, то ли после обкуренной были. Что так ведете себя? Более даже... Смеяющийся. Ну ладно, пока, ладно, а то сейчас заругаетесь. Я вижу, что вы готовы уже. Я не помню, слушай, я не употребляю вот эти на. Так, а как вы знаете, на нашем Ютубе были? Я в Ютубе, да, я подписан в себя там. Подписан. Ну, правильно. Мы город Барнаул находимся-то, если знаете. Я знаю, отец. Ты, там а это... У меня в Барнауле служицы живут. Ну. У тебя там и дети за это, я знаю это. У нас все... дети там, я видел. Все ролики смотрел, как вы там... А кто там будут... говорит-то? Кто говорит-то? Да. Я его не вижу. Это я. Только вот, чтобы отец. Не ругались. Здравствуйте. Отец, я твои ролики смотрю, отец. Это я. Не, я не смотрю. Твои ролики смотрю. Ну... Я много смотрю ролики. Отец, твои. А тебе сколько лет, отец? 81-й. Как моя бабушка. Вот, они там живут, они там все христианские. Отец, а ты пьешь? Сохрани Бог. Мы в рот не берем. Курить нельзя, матом и ругаться нельзя. Да, мы, правильно, чтобы ни одного слова плохого не говорили. Мы мясо не едим. Отец, ну я тебя выпью все равно. Ну, здоровье, отец. Да не надо, у меня здоровья хватает. Я еще ни одной таблетки не съел. Ролики смотрю много твоих. Отец, я твои ролики не смотрю, но я за вас выпью. На, посмотри. Тебе очень понравится. А я тебя смотрю, я думаю, блин, ни хрена себе, блин. Мы строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться и воровать. Я православный. Отец, ну я в ВДВ служил, но я все равно прав. Напрасно. Как тебя звать-то? Тебя как звать? Николай. Николай, победитель, победи вот эту стопку. Слушай внимательно. Владимир Владимирович Маяковский. Я выберу. Послушай, Николай. Маяковский писал, пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Маяковский. Я не водку пью, я пью самогон. Приезжай. Ну ладно. Все, пока. Правильно я говорю? Видишь? Я смотрел, как вы кушаете там это, детей как это, за столом. А что, сколько вам лет, правда, вот? 81-й год. 81, тебе сказали. Вот я сказал, отец. За ваше здоровье. Я за ваше здоровье. Не надо за меня пить, у меня здоровья хватает. Не курить, матом ругаться нельзя. Правильно я говорю, отец? Правильно, это правильно. Пусть он не пьет. Не пей, Николай. За ваше здоровье выпьет. Николай, не пей, не надо. Зачем тебе пить? Отец, за что сидел? Побереги себя. Не надо. Что ты мозги свои продаешь за деньги? Я не продаю. Он сам гонит ее. Он сам гонит ее.
Я на колец сижу. Видите, так, отец, теперь, когда протрезвишься, Николай, вы зайдите, Игнатий Лапкин, зайдите на скайп, меня найдете. Отец, я не буду, отец. Ну все, ладно, с Богом. Я отошел, все.